Как-то одна девушка у меня в комментариях спрашивает меня, а как же вы, сибиряки, переносите эти бесконечные дожди на юге? Ну, извините, девушка милая, дожди на юге и дожди в Сибири – это две большие разницы. В Сибири, когда идет дождь, становится холодно. Дождь холодный, промозглый, от него не знаешь, куда укрыться. А здесь, на юге, дождь, он теплый, и такой озончик, все омывается, все такое блестящее после дождя. Я люблю здесь дождик на юге. Я часто гуляю, беру просто зонтик или одеваю плащ такой вот этот дождя. Но в нем жарко, нет, лучше с зонтиком. И прекрасно. Тимусечка, ну что ты прячешься, такой красивенький? Кис-кис-кис. Не хочет. И здесь дожди, да, они бывают часто. Бывают несколько дней подряд. Но потом дождик кончается, и опять прекрасная погода. Вот сегодня, вчера был дождина. Многие блогеры писали, что прям потоп-потоп. Город залило дождем, все, потоп. Погибаем. Сегодня плюс 20. Люди, жара, плюс 20. Хочется раздеться, но у меня в голове как-то по-сибирски еще так устроено, что ну это же ноябрь, это же холодина, морозяка. Как так? Как раздеваться? Как? А вот уже и пожалела. В ветровке было бы само то. И вся зима здесь удивительная, удивительная. Бывает, цветы цветут всю зиму. Вот типа анютиных глазок там. Трава постоянно зеленая. Всю зиму зеленая трава. Даже если выпадает снег, снег, сколько он там держится, господи. Но самое большое неделю. Снег сходит. Он теплый, такой влажный, как дождик. Снег сходит, и опять зеленая трава. На севере мороз, если мороз. Но если вот такие вот месяцы взять, декабрь, январь, февраль, да даже март, вот так просто не погуляешь, нет. Вот так вот, таким вот шагом не погуляешь, там несешься быстрее или до машины, или куда-нибудь в магазин, или до дома, или в автобус. Куда-нибудь несешься от морозяки. Поэтому там вот смотришь на людей, да, там нету таких довольных лиц, которые прогуливались бы неспешно, радовались бы такой вот природе. Тепло, уютно, хорошо. Там на лицах людей озабоченность, как бы выжить, как бы пережить морозную зиму. Так что лучше пусть будет дождь, или пусть будет ветер. Или пусть будет здесь такой вот снег, южный снег, мягкий, липкий, быстро тающий. Но зато не мороз, не минус 30 и не минус 35. Легче всего пережить. Легче всего пережить такую зиму, пусть она будет влажная, с дождями. Но не мороз минус 35. Когда ждешь, когда же это кончится? Когда же эти морозы кончатся? Когда же эта зима кончится? Она просто бесконечная. Порой.